Друзья, всем привет! Приближается праздник 14 февраля, и мы готовим пиццу в виде сердечка. Все ингредиенты будут в описании под видео, а мы начинаем. Для начала необходимо активировать дрожжи. Для этого 1 чайную ложку сахара и 150 мл теплой воды соединяем, перемешиваем, чтобы сахар растворился, и поверх насыпаем дрожжи. Но вода обязательно должна быть теплая, не горячая, иначе дрожжи наши погибнут. Далее, как появится наша шапочка, мы выливаем ее в миску, добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла и все хорошо перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку, всего нам понадобится около 250 граммов муки, замешиваем тесто. После того, как в миске уже неудобно замешивать, переходим на рабочую поверхность и замешиваем руками. Тесто должно быть у нас мягкое, ни в коем случае не забивайте его мукой. Постепенно вводите муку, как только заметите, что тесто уже не липнет и становится мягким, муку добавлять не надо. Тесто получается очень мягкое, пышное. Укладываем его в смазанную маслом миску. Обваливаем в масле с двух сторон и накрываем пленочкой. Тесто ставим в тепло на 1 час, чтобы подошло. Далее подошедшее тесто, которое очень хорошо подходит, необходимо обмять. Выкладываем его на чуть припыленную мукой поверхность, обминаем. И я буду раскатывать уже на самом пергаменте, на котором буду выпекать. Растягиваем тесто руками, можно скалкой. С одной стороны делаем как бы разрез, это будет у нас верх сердечка. И руками пробуем сформировать само сердечко. Растягиваем, можно подкатать скалкой. И формируем как бы небольшие бортики. Вот такая заготовка у нас получается. Накрываем ее полотенчиком на 10 минут, пусть отдохнет. Тем временем приготовим начинку. У меня это сардельки, помидоры, сыр, маслины, болгарский перец и томатная паста. Для начала смазываем нашу заготовку томатной пастой или кетчупом, или соусом. Укладываем начинку. У меня это сардельки, болгарский перец, немного маслин, кружочки помидоров и тертый сыр. Пиццу отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 15-25 минут. Смотрите по своей духовке и по пицце. Тесто получается очень пышное, мягкое, в то же время и корочка есть. А начинка очень сочная. В общем, всем рекомендую попробовать. Всех наступающим праздником. Всем пока-пока.